Так, ну чё, чё. Быстренькая поигрушка-пострелушка. Поигрушка-пострелушка быстренькая такая, быстренькая. А, все, прекратил. Так, ну чё, давайте попробуем начать. Поиграем полчаса. Окей, Google. Окей, Google. Поставить будильник на полчаса. Окей, ваш будильник установлен на 6. Окей, говорит. Окей, говорит. Говорит, окей. Так, у нас веселье с танком. Вот это прекрасно. Люблю с танком веселиться. Итак, какая у нас задача? Куда мы двигаемся-то по жизни? Мы должны уничтожить этот мост. То есть нам надо сделать кругаля. Да? Это одинокий дом в нигде. Так, немцы побежали. Корин! Set up there! Что там, танк? Я слышу, как что-то двигателем своим шуршит. Прекрасно, он чуть нас не укокошил. Опять он промазал. Не маш больше. Ну, стреляй. Тупица. Так, и я даже не знаю. Все это плохо работает. Аудио с Яксом. Все время звук пропадает периодически.
Надо будет менять настроечку. Ладно. Ну давай, не промахнись на этот раз. Я тебя умоляю. Сейчас опять промажет забор. Давай, давай. О, у меня бар. Я их сам валю. Смотри, я одного за одним валю. Не знаю, может надо его вперед увезти. Так, я боюсь их отправлять. Отлично, все, завалили, да? Прекрасно. Я слышу танк. Реально, я слышу танк. Где-то там вражеский танк тусуется. А чё? Вот он, все уже отмечается. Так, окей, тогда что с ним делать? О, еще и пушечку видно. Надо к нему подобраться сейчас будет. Тут еще, ага, тут еще немцы стоят за углом. Ага. Ага. Так, ну танк свой выводить вперед не хочу, я его потеряю. Ой-о. Что-то вы хреново поехали. Неправильно вы поехали. Ёпты, гадык. Я хотел по-дурацки сделать им другую историю. Я хотел их... танкисты я оставлю. А их я хотел попробовать отправить как-то... за вот эти бочки. Это супер дурацкая история, но мы попробуем так сделать. За бочки! Блять, извините. Окей, это была плохая идея. Иди сюда. Была очень плохая идея. Так, мне сейчас повезет, как думаете? Или меня сейчас убьет? Частично мне везет. Блять. Извините, вот и устроил. Ладно, имеет смысл заново начать, учитывая, что я отряд потерял. Окей. Корин, hurry up, get over there. Let's move. That way, full speed. Что происходит, дорогой товарищ? Set up there.
Так. Так, давайте попробуем выслать наших сюда. Ну, танк посылать будет плохая затея. С другой стороны, давайте попробуем рискинуть, посмотрим, как это будет работать. Может быть, надо как раз рисковать. Блядь. Не стой на месте! Не стой на месте! Не стой на месте! Едь, едь, едь! Да едь, едь, балбес! Фуф! Разобрались. У меня бедные мои ребятушки чуть не погибли. Так, окей, хорошо, неплохо. Окей, что там дальше? Надо продолжаться выдвигаться вон туда, к мосту. Получается, мы сейчас пойдем сбоку, да? Мы пойдем как-то сбоку. Хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу, the fuck? Там же это! Там же пушка! Да, было бы неудобно сейчас. Так, пушку расстреляли. Прикольно, по каске эти капли дождя бьют. Quick, get over there! Here we go! Roger! Move to that position! Ура, сохранились. А, нет, на ту сторону нам не нужно переходить. Мы сейчас будем двигаться к мосту, да? Блять. Go, go, go! Так, танк, спасай нас. Вручай. Блин, тут, походу, наверное, везде трава есть, но она мне не генерится почему-то. Ой, ёптагдык, ой, ёптагдык, откуда? А с той стороны, а? Не-не-не, не убивайте меня, не убьёте. Да ну ладно.
не можете совсем убить. Они без укрытия, без ничего. Блин, тут наверняка везде трава, а тут выглядит очень уныло все. Так, что там на той стороне, не понял. А, просто солдатики. Пасы, зараза. Издеваетесь, что ли? О, а там танки, здрасте. Приехали. Так, надеюсь, танк тебя не видит, да? А он прямо это... Так, назад. Так, давайте так сделаем. Давай, давай, мочи, мочи, мочи. I need you over there. Move now. Come on, get over there. Hit them now. Посмотрим, что там. Так, вроде никого нет. Окей, надо продолжать двигаться сюда. В принципе, мы уже почти дошли. Осталось немножко исследовать территорию. Сюда нельзя? Можно. Да неправильно ты встал. Дядь Федор, не той стороной колбасу кладешь. Колбес. Окей, мы сейчас начнем и увидим танк вперед. Сейчас, походу, здесь сверху появится
ребята с этими спонсорфаустами какими-нибудь. Да, да, почти, почти, почти так и есть. Бедный немец один, одиночка. Найс, наконец. Так, так, давайте изучим, что к чему. Опа. Там какие-то крики сейчас были. А, что тут? Ага, нет, это не спонсорфаус, это просто какой-то одинокий, скучающий немец. Только меня не загаси. Я тебя умоляю, только меня не загаси. Corian, move it! Только меня не загаси. Так, что здесь у нас? Какая-то странная возможность. Get that gunner fast! Huh. А зачем? Очень странно. Ну не очень странно, а, наверное, это хороший способ. Ага. Что там, пушка, да? Так, там стоит пушка. Технически, наверное, можно как-то сделать так, чтобы стрелять по пулемету, но не быть подверженной пушке. Наверное, нет, нельзя. Так, давайте попробуем как-то вот так вот сделать. Пушка отсюда явно не попадет. Сейчас мы, значит, отправили пулемету стрелять. У меня вот такой интересный вопрос. Возможно ли их отправлять туда? Мне кажется, да. Бля! Ты чё, а? И сохранение так далеко. Ну, не очень далеко, но, блин, не близко. Окей, ну сейчас мы знаем, что тут все безопасно с точки зрения... С точки зрения всех. Опять одного человека лишились. Fire!
Give me some armor over there! Red! Quick, get over there! Let's move! Got it! Move it! Double time! Бедняги раненые. Don't stop firing! Не-не-не-не-не-не-не-не! Вернись назад! Окей. Теперь у нас тут танк. Двигайся, двигайся, двигайся. Я первый. Ой-ой, чё творит? Куда ты уезжаешь? Стоять! Я рискую. Окей. А, я отсюда командовать не могу. А, нет, могу. Я просто не той клавишей делаю. Red, go! Roll! Suppressing fire! Пипец. I need suppressing fire! Head over there! Keep up the fire! Heavy base of fire! There! Now! Unload on them! Face of fire! DeSola, head that way! Roger! Target! Suppress that son of a bitch! Ура, сохранение, неужели? Ох, ёпты гадык. Он неправильно пошел, пипец, балбес, он не до... Hit him hard!
the plunger. Бля. Почти, почти. Где плангер? Бля! Давай. В чем проблема? Чего он не убивается? Это стыд какой-то? Или что? Блять. Я не знаю, это стыд какой-то, он реально неубиваемый. Ну, заодно все вылечились. Бля. Интересно, почему-то они не могут пересечь здесь. Я могу. Вручу. Hit the plunger. Где он? Вот здесь. Давай! Очень интересно. Все, конец миссии. Фух! Purple Heart Lane. When you're under fire, there's really only one thing on your mind. Survive. Wow. I ran how faster deep. Than I ever ran in my life. And I was carrying 30 pounds of gear. Somehow your brain starts to rationalize. Just get down this road, Matt Baker. Just get down this road and you'll be going home. It's only once you stop running that you start to wonder. Will any of us actually return home alive? Come on, Revis. Look at me, buddy. Look at me. That shot wasn't far off. We gotta move. He's not even dead yet. Hang on. Obi, get him. Let's move. What are you doing? I'm saving your ass. Let's go.
Угу, у меня полные два отряда, да? Это прекрасно. Окей, ну все, на сегодня на этом выйти. Конечно. Прекрасно. Снайперская винтовка, е-бой. Бля. Единственное, что может пробивать эти укрытия. Подъем. Последний остался. Так, окей. Задача. Что у нас за задача-то? Может быть, уже до какого-то я сейчас зайду. Этого сохранения. Окей, надо тут, значит, прорваться, да? Ага. Вот наши три. Вот три. Вот я. Прекрасно. Че здесь? А, здесь был способ. Ага, был. Ну и есть, в принципе. Red, hurry up, get over there. Understood. Corian, move it. Let's move. Roger that. More target. Red, take them out. Come on, cover those eyes. Okay. Target suppressed. О, а что это они начали двигаться? Что происходит? Я не понял, это единственный способ здесь пройти, почему я так пошел-то. То есть вот надо попасть сюда, для этого... А, да, здесь... Или нет? Нет, я не понимаю, почему я сюда. Let's go! А с той стороны можно оставить кого-то или не надо? Будто в этом есть какой-то тайный смысл. Но я не уверен. Corian, I need you over there. Нет, нет большого смысла. Но отсюда никого же не видно. Нет, не видно. Так, а как обойти-то? Ну вот отсюда только. Правильно? Правильно. А потом что? Потом непонятно что. Stop,
Да что ж я... А, видимо, под мостом надо проходить, да? Окей, пока не будем их звать. Follow me, Red! Follow me! Got it! This is it! One squad? Shit! Ты думал? Today's as good a day to die as any! If we're gonna make it up this goddamn causeway alive, we're gonna have to lay suppressing fire on those crowds. There's a hell of a lot of Germans out there. From what I gather, they don't like us too much. Let's go! Head that way! Let's go! Understood! Understood. Red! Take cover there! Corian! Твою мать! Here we go! Все, вспомнил эту херню. Говорю, вспомнил эту херню, говорю. Тут надо тупо просто пробиваться вперед. Вот и все, в общем-то. Тихо. Да, что случилось? Вы что, дебилы? Как так? Red, go over there. Let's move. Red, move. Corian, move now. Understood. I'm on it. Corian, face of fire. Over there. Red. Fire!
делаешь? Встань нормально! Встань нормально! Что вы за балбесы-то? Что-то пропустил. Окей, ну мы сохранились. Мне пора идти. Все, потом будем добегать всю эту миссию. Все, спасибо.